Проехать там по-человечески невозможно. Всю Октябрьскую, а земельный участок собственность у них по Октябрьской. По Октябрьской собственности. В безобразном состоянии. Вот мы свою дорогу, которая по Октябрьской, отремонтировали, а съезд к вам в автозаправочную станцию, ну просто, ну, не знаю, мне кажется, это все общий вид города. Давайте все-таки, Евгений Васильевич, поставим бордюрное ограждение и запретим въезд на станцию с улицы Октябрьской, и все. Я вас пока не спрашиваю, молчал. Надо будет, спрошу вас. Заправку на Октябрьской ее действительно нужно приводить в порядок, с учетом того, что мы планируем благоустройство набережной. Евгений Васильевич, значит, давайте так. Я не возражаю, пускай реконструируются, но давайте мы так договоримся. До 15 апреля установим ограничения туда, бордюрные, так сказать, ограничения. А откроем его тогда, когда они закончат реконструкцию. Договорились, да? Ну, просто в таком виде содержать, так сказать, свою собственность, это просто, ну, беспредел, на мой взгляд. Я говорю вам не только как глава региона, а еще как акционер компании «Лукойл». Я понимаю. Свободно. На территории жилой застройки планируется разместить многоквартирные 14-25-этажные жилые дома. Детские спортивные площадки, площадки отдыха населения, в соответствии с расчетом. Значит, у нас две башни вы уже строите, правильно? Да. Микрофон включить? Да, да. Включить надо. Да, две башни. А на остальные объекты когда планируете выходить? В первую очередь в этом году. В этом году, да. Так, значит, один детский садик у нас был договорен, что строите вы полностью, правильно? Да. Одна площадка, там, где две башни, вы готовите площадку и подводите сети. Да, соответственно, да. А второй детский сад проектируете и строите. Да, втором, да, строите. Тогда, а когда он будет второй построен? Я планирую так, в первую очередь мы строим два дома и подводим туда все сети на весь микрорайон. И в третью очередь уже строим детский сад, вместе с, ну, в последней, третьей очереди. Давайте, коллеги, есть по в целом по схеме размещения вопрос? Нет. Значит, поэтому, значит, который детский садик вот дальше стоит, вот здесь, коллеги, внизу вот здесь, вот где треугольничек выступил. Соответственно, застройщик обязан построить самостоятельно и дальше его эксплуатировать. Да? То есть мы готовы оплачивать за каждого ребенка, ну, в соответствии с законом, как требует. Значит, встает еще вопрос по школе. Значит, по школе у нас тоже должны передать нам земельный участок. Давайте в протокол внесем, что, соответственно, садик, который в третьей очереди не позднее должен быть сдан в эксплуатацию, не позднее 1 сентября, ну, давайте 1 августа 2017 года. Значит, земельный участок с подведенными коммуникациями для школы должен быть сдан в этом году, передан городу, правильно? Да. И прилегающие все территории вот, под спорт, стадион там и так далее. Значит, и просить, соответственно, застройщика построить детский сад точно на 240 мест с дальнейшим выкупом в муниципальную собственность. Это по первому участку, а второму будете выкупать? Нет, второй вы будете эксплуатировать.